На горячее у меня будет мясо по-французски в порционных формочках. Я как-то делала, нам очень понравилось. Очищенный картофель нарезаю вот такими кружочками, чтобы он пропекся. Я его не подвариваю заранее. Холодные закуски у меня есть уже. Запекала я грудинку свиную в рукаве в духовке. Рыбку муж купил копченую, я показывала, холодного копчения. Салатик сделаю. Без майонеза, естественно. Так, всю порежу картошечку. Картошечку посолим. Так, поперчим. Добавим растительное масло. Перемешиваем. Картошка подготовлена. Мясо готово у меня. Я еще днем его замариновала. Вот такие формочки растительного масла на низ по ложке. И выкладываем картофель. На картофель будем выкладывать лук мелко нарезанный. Пол луковицы в каждую формочку. Уложила вот я мясо. Оно было заранее замариновано у меня. На балконе лежала, посадила, отбила хорошо. Это всего-навсего мясо от лопатки свиной. Отбила, посолила, поперчила, горчичкой смазала. Тут у меня сколько? Раз, два, три и кусочек небольшой. И здесь же три отбивных и кусочек большой. Сверху помажу майонезом, можно сметаной. Смазываю майонезом и в духовку на час. За час все приготовится хорошо. Время есть достаточно. Никуда не спешим. Сыром посыпать не будем. Для себя мне сыр не обязательно, чтобы я там так его обожала, чтобы все сыром было посыпано. Мне так вкусно. Все подготовлено. Духовка нагрета. Отправляю на час. Всем добрый вечер. Всем добрый вечер. Хочу сказать вам пару теплых слов перед нашим ужином. Проводами старого Нового года. Конечно, этот год у нас что пройдет. Нелегкий был, даже, можно сказать, тяжелый. Много неприятностей со здоровьем у многих были. Но в то же время были и приятные минуты, не стоит забывать. Идет 2021 год. И хочу вам пожелать, чтобы все ваши начинания, мысли и желания свершились. Желаю вам... Вернее, желаем вам и вашим близким здоровья и многое лето, счастливых и хороших дней. Всем здоровья, счастья, всего наилучшего. Всем вам. Запеклось французское, все готовое, бутербродики,
капуста квашеная и огурчики маринованные. Капуста обязательно надо, чтобы работало пищеварение. С майонезом не делаю салат на ночь. Рыбка копченая. Запекала грудиночку в рукаве. Мясо, буженина, хлебушек. Коньячок будем пить. Как он называется, Коля? Шустов. Вот. Сейчас найдет. В стопочке немного. У нас небольшие стопочки. И выпьем. За здоровье наше. И вам всего наилучшего желаем. С Колей мы выпьем. Немножко. Мягенькая вообще, хоть губами ешь. Мяско покажу, вот видите. Обыкновенная лопатка. Рыбка у нас очень вкусная, копченая. Вообще. А мясо бочок этот, ну, грудиночка. Ох, я запекаю в духовке. С хреном вкусно. А у нас дождь идет такой, просто проливной. Закончено. Кое-что и не трогали даже. Убираем. Курничка, вот. Выпили половинку. У нас еще шампанское на встречу Нового года. Посмотрим, как пойдет. А вам всего доброго. И до новых встреч. Счастья, здоровья.